Практически сцена из боевика накануне разыгралась в лесном массиве недалеко от поселка Жигалово. Пожилой мужчина устроил стрельбу по строительной технике. Так он якобы пытался отстоять охотничье зимовье. Успокоить разгоряченного злоумышленника смогли только правоохранители. Они задержали дебошира, но он оказался пьян. По его словам, он устроил охоту на машины, так как хотел защитить зимовье, рядом с которым строительная компания разрабатывала карьер. Слов, видимо, у мужчины не нашлось, зато было ружье, и тогда он обстрелял колеса грузовиков. Позже, во время обыска, у охотника изъяли 3 единицы огнестрельного оружия, сам злоумышленник находится в изоляторе. По данному факту в отношении фигуранта составлены административные протоколы по части 4 прим. 1 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также по части 1 статьи 20.13 КоАП РФ, стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил. Такие выстрелы в Иркутской области, к сожалению, раздаются нередко. Руководит стрелками либо алкоголь, либо агрессия. Так, только в апреле прошлого произошло 3 подобных случая за одну неделю. Сначала в Иркутске молодой человек, по его словам, просто так стрелял по машинам. На следующий день в Ангарске нетрезвый житель из охолощенного Калашникова открыл огонь прямо с балкона. После стрельбу из автомата устроил мужчина в Иркутском садоводстве. Так он решил отметить свое 32-летие, но перед этим выпил.